Я поймал Фредди. Прямо сейчас ставь лайк, чтобы спасти его. Также подписывайся на канал. Май гад. Серьезно, он его поймал. Смотри, вот он лежит. Блин, вообще капец. Надо его спасти. Ребята, прямо сейчас быстренько ставьте лайк. Мы сейчас отправимся на экспедицию благодаря вашим лайкам по спасению Фредди. Как вы помните, в прошлой серии вот на экране у меня высветилось. Мундро поймал Фредди и утащил. Ма, помнишь этот момент? Да, мы залезли, короче, в подзаряжательное устройство и нашего Фредди схватили. Вообще капец, я даже не знал, что аниматроник может его схватить. Тихо, вопросик дня. Напишите вашего любимого аниматроника. Ну явно не ты. Ма, этот, солнце мне нравится, все, луна мне не особо. Так, сейчас вам будет хана! Так уходим отсюда, так ушли. Я сейчас отнесу его в Анессе, она разберет его на запчасти. Так, ладно. Что нам делать? Так, заходим сюда, сейчас план перехват. Короче, дорогие друзья, вы наша поддержка и команда. Если вы еще не поставили лайк, то обязательно поставьте. И только вы, самые сильные тигры и тигрята, можете подписаться на канал. Поэтому подписывайтесь, как я уже сказал. Проверьте, что вы подписаны. И отряд, короче, Евген Бро выдвигается. Мо, круто, да сказано, мо. Ну как все, герой. Сейчас погоним просто спасать нашего Фредди. Все, мо, открываем дверь и идем. Мо, заходим. Ой. Ой, Ванесса, смотри. Отличные новости, его можно вернуть родителям. Нет, нельзя, оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада, если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Ма, более дерзко. Его зовут Грегори, знаешь, как я узнала? Его часы фаз все время твердили это имя твоим голосом. Грегори, ты меня слышишь? Грегори. Ванесса, все часы фаз говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел запчастей и обслуживания не натянет твою оболочку. На новый эндоскелет. Ванесса, не оставляй меня в таком виде. Она жесткая баба. Ма, ну вы... Ма. Я даже не могу по-злобному ее озвучивать. Ма, ты должна вот так, типа. Так, слушай сюда, Фредди. Ты, типа, слишком заигрался. Грегори, я так рад, что ты жив. Фредди? Грегори, используй консоль. Гриша, используй консоль. Я, короче, буду звать Гриша. Мне не знаю, что ты Грегори. Улучшение силы. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Выберите необходимую опцию. Войдите в защитный цилиндр, чтобы продолжить. И типа она ушла такая и все. Да, да, угар. Спокойно, ну, нормально. Что они с тобой сделали? Плановое техобслуживание. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Просто подключи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает находящихся снаружи защитного цилиндра сотрудников. Выполняйте отключение защитных протоколов аниматроников. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. О, крутяк, сейчас... Надо его голову натянуть. Да, сейчас мы будем разбирать аниматроника так аккуратненько. Для успешного подключения головы Фредди повторите правильную последовательность, нажимая мигающие кнопки на верхней части экрана. О, хорош! Было просто. Отличная работа. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Опа. Ну пока изи. А что, будет сложнее? Ну, потом дама. Я моргнул, я не посмотрел куда. Красный для зеленого. Дышит чума. Ну пока вообще изи. О, все, отлично. Все пройдено. Мада, я, получается, механик аниматроников. Отличная работа. Фредди полностью исправлен и готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр. Ой, сейчас покинем. Как покинем, нас поймают.
Манисцы! Так, завершите улучшение. О! Здесь столько всякой техники, что-нибудь из этого мне поможет остановить других ботов. Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, фазер-бластер или фаз-камера могут сработать. Где его можно найти? Фаз-бластер можно выиграть фазер-бласт. Фаз-камера частенько конфискует на территории гольфа Монти, но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы. Обычно Чика раздает билеты именинникам. Загляни в зеленую комнату в комплексе Рок-звезд. Возможно, там удастся найти билет. Воспользуйся служебными лифтами в задней части помещения. Они ведут комплекс Рок-звезд. Похоже, что они все отключены, за исключением лифта Рокси. Угу. Интересный. То есть, нам надо фигачить светом в аниматроников, чтоб они ослепли на секунду. Да, о, смотри. Фредди, погляди-ка на картинки. У Чики есть какой-то особенный голосовой аппарат. У Рокси новые глаза, а у Монти улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти, мы можем тебя улучшить. О боже. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вред. Что? Они всю ночь пытались меня убить. Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. Это идет вразрез с нашей программой. Офигеть, дома. Так, сейчас зарядим фонаричек. Ну, наконец-то. Отлично. Ой, что там? Фонариком нельзя светить в глаза так резко? Фонариком нет, но... Ну-ка, давай почитаем вот эти сумочки, что здесь вообще написано. Так, сейчас подберем одну сумку, сейчас все прочитаем, так. Мы сделаем из нашего Фреддера мутанта. Просто мутант, мам, прикинь. Так. И сохранимся. Много столько вообще. Да, сейчас все прям... Мне кажется, это про каждого аниматрона. Про каждого, да, все читаем, короче. Мне прям интересно. О, улучшение Чики. Не позволяйте ей петь, ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасный результат во время живого выступления. Роняющие подносы боты, хаос, травмы у гостей, 12 судебных исков, испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендую произвести замену. Нифига, да? Так, у Рокси. Рокси видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать гонки, но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. О, она видит через стены, прикольно. Монти. Улучшенные лапы Монти Макгрегори позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждений становится слишком высокой. Прикол. Капец, один может нас разодрать, другая может нас... Просто покричать там ухо, и мы отколюжимся. Так, ну что ж, сохраняем, короче. Так, теперь, короче, нам надо идти вот сюда, к лифту. Так, ну что ж, садимся, короче, на нашего этого Фреддера. Фредди. Ники какой. Я его с клювом не могу представить. Так, все, погнали. Смотри, тут, кстати, проходы для каждого аниматора. Да, но открыт только один. Наш красный. А он закрыт, да, был? Да, наш закрыт. Так, идем к лифту. А, в Рокси. Так, вылазим, нажимаем на лифтик. Она же видит через стены. Ну да, очень странно, кстати. Ну, смотри, такая просто репа стоит. Ну, милый все равно. Ну, милый, да, Фредди прикольный. Мы его спасли, кстати. Ну, глаза светятся страшно, конечно. Да, ты знаешь, они сделали как бы вот эту милоту, оставили, но крепотища чуть-чуть еще присутствует. Ну конечно, блин, они там все крепотушные. Та-тай, най-най, мы едем. Это знаешь, как подписчик там угорает? Ты чувствуешь, что мы поднимаемся на 10 этаж? Да. Мне там подписчик писал, короче. Вы вот угораете во всем этом, а вообще-то история FNAF грустная. А мы такие, знаешь, проходим, такие, эй! Ну что поделать, музычка веселая, мы веселимся. О май гад! Фредди, убирайся из моей комнаты! Такой, я иду. Так, Ванесса. Ванесса, Ванни. Привет! Нам надо вот сюда, короче, пробраться. А что, типа Ванесса не видит мальчика? Ну, не знаю. Вот в эту комнату к Чики, вон она. Так, ладно, сейчас, короче, мы заныкаемся вот здесь. Так, я вот здесь тогда вылезаю. Да, так, все, я здесь вот вылезу, отличненько. И сейчас мы побежим туда открывать. Ладно, ну чё, мы побежали, короче, забирать. Все тут довольно все простецки. Просто открываем комнатку Чики и все. Круто, да? Ну,
мама. Вау. Так, ее здесь нет. О, красиво. Чик валяется. Вау, слушай, давай хоть просматриваем мы тут. О, детские кроссовочки. Офигеть, я когда игрушки. Рисовала Чику, помнишь? Это вот это я Чику рисовала в виде игрушки. Да-да-да. Блин, смотри, как красиво тут вообще. О. Все такое розовое. Опачки. Так. Билет на вечеринку. Отлично сработано. Опс. О-о. Снова это лунная тварюга. Так. Так, бежим. Найди зарядную станцию, ты сможешь увидеть их местоположение на карте. Так. Так, 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 так. Блин, вот это темнота. О-о. О май гад. Так, сейчас. Блин. Ну все, у нас начинается просто экшончик, ребят. Начинается экшончик. Кончика вылетит. Оп! О, хорош! Фу, успели. Хорош! Так, все, мы в этом. Так, это просто уходим. Особенный на вечеринку. Он позволит тебе пройти на территорию аттракционов. Все, отлично, тогда уходим. А мы в ком сидим-то? Мы во Фредди залезли. А, господи. Я сейчас даже не поняла, что мы в него залезли. Так, ну все, вылезаем. Мы отсюда. Ну все, пойдем. Мы дальше. Все, давай. Ну все, мы пошли Фредди. К Монти. Фредди здесь не может пройти, видишь, он не пролазит. А что, он нагнуться не может? Ма, нет. Так, ну все, бежим. На вечеринку. Ма, пойдем на вечеринку. А что ты так хихикаешь? Что это значит? Что он так хихикает, ребят? Так. На всякий случай. Зарядим фонарик. Ма, ну сейчас увидишь. Ма, страшно, ма, сыкует. Ма, ты что, реально сыкаешь, что ли? Ну, конечно, что, у тебя голос поменялся. Так, все, идем, ма, туда. Так, ну что ж, побежали, короче, ма, навстречу на вечеринку к Монти. Это аллигатор, если что. Супер, сейчас повеселимся. Готова поспорить, у тебя... Ма, за что такой хейт необоснованный у них? Это душнота какая-то, блин. Просто хай. Так, нам сейчас надо по всему бусника комплексу пробежать. Вон к Монти, вон туда. О, вау, я вижу уже роботов, которые катаются. Ну, мы просто бежим. Просто прикиньте, пацана разыскивают, мы бежим просто через весь комплекс. Да, да, спокойно вообще, на открытой территории. Никто нас же не видит, да? Ма, по-моему, это идеальный план. Хочешь, чтобы спрятаться, хочешь спрятаться, спрячься у всех на виду. Кто вообще программировал этих роботов? Никто не будет скучать по тебе. Ма, просто... Просто так, зарядим фонарик. Вор фонарик заряжает. Тихо-тихо чаю наливает. Гриша просто, знаешь, такой вандал варюга. О, вот оно. Смотри, как красиво. Мы попали в джунгли какие-то. Тут, кстати, очень тематически. Смотри, такой. Тин-тин. Такой, эй, привет, с нами будет весело, проходи на вечеринку. Хотя бы не прыгает нам в лицо своим лицом. Масса ждаем. Вас приветствует гольф Монти Гатора. Аттракцион, где вас ждут ураганная победа с первого удара в настоящее время. Найди комнату охраны в дальнем коридоре. Фотографировать со вспышкой на территории гольфа Монти запрещено, и здесь часто конфискуют фаст-камеры. В основном потому, что их продают только на территории гольфа Монти. Очень хитрый маркетинговый план. Так, у нас... Ма, запоминаем маркетинговый план. Откроем с тобой бизнес, сделаем, короче, пиццерию. И будем также камерами обманывать посетителей. Ма, по-моему, хороший план. Кто будет в пиццерии покупать еще дополнительную камеру? Ма, кто угодно. О, смотри, как тематически, да? Друзья, знаете, это мне напомнило чисто в Дубае вот такой же парк тематический. И такая же музычка прям. Вот, это крокодилы тут игрушечные. Вон. А, боже мой. Круто, да, смотри, такой тематический парк. Офигеть, мне нравится. Прикольно. И музыка такая. Так. О май гад. Так, аккуратно, аккуратно. Мне кажется, сейчас сюда... Нет. Пробегаем, пробегаем. Он сейчас увидит, он сейчас Ма... увидит. Он сейчас увидит. Ма сейчас увидит. Ой-ой. Ма видит. Ма увидел. Блин, у них такая траектория движения непонятная вообще. Они как-то крутятся. Блин. А, блин! Мамочка! Офигенские. Вот это скример.
Тан-тара-та. Мне тут музыка так офигенски нравится. Та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-я. Так, отлично. Много фонаричек. Ли. Ой, сейчас бы пожрать, ребят. Я когда боюсь, мне жрать постоянно. Молодцы, трусцы. Сейчас все пройдем. Комната охраны уже рядом. Зайди в нее и попробуй найти способ остановить Монти. Так, мы помним, что у Монти цап-царучие когти. Цап-царучие. Так, на всякий случай сохранимся. Мы же не хотим заново все это проходить, верно? Верно. Отлично, да. Так. Что-то оп. Не очень как-то хочется. Так. Где-то здесь находится... О! Грегори, я знаю, что ты тут. Возьми повышение доступа, беги. Опа! Сигнализация! О! Внимание, внимание! Вот мы встряли, конечно. Да мы вообще капец мы встряли. Так, забираем. Так. О, билет. Забираем, короче, здесь. Шестой уровень доступа, неплохо. О, неплохо. Забираем все, что тут есть. И текаем отсюда. Кстати, о, смотри, камера. По ходу дела здесь. О! Да, отлично. Ну-ка. Это фаз-камера. Если ты попадешь в неприятности, воспользуйся вспышкой камеры, чтобы оглушить аниматроников. Только учти, что вспышка не сработает на Монти, поскольку он носит солнцезащитные очки. Ах, он... Да они же не солнцезащитные, они же розовые внутри, или фиолетовые. Ну, есть такое. Так, ну все, давай посмотрим, как она выглядит. Вау, смотри, круто, да? Вот, так освещает. Да. Это мгновенная камера, когда фотки уже сразу печатаются. Так, ну что, уходим отсюда. Полароид. Полароид. Так, на всякий случай сохранимся, ма. Ну, как бы мы камеру взяли. А у меня параноид. У меня параноид. Ума в натуре параноид. Так. Ума. Блин, он сейчас обратно поедет. Живем. Так. Смотри, следы чикины. О, да, они или крокодилины. Крокодилины. Так, куда он там уехал-то? Сейчас его едет. Смотри, с тумана такой. Нереально, тематический парк Дубая, ма просто. Рыба наверху, скелет. Да, офигеть, смотри, неоновый. Блин, красиво. Реально тематический парк Дубая. Вау, красиво. Так, ну пока мы нормально идем. Пока вообще отлично. Идем. Так, все, сейчас в лифт. Тай-ра-та-тай-ра-та-тай-ра-та-та-ра-та-та-тай. Че поешь? Ма, ну мне музыка, я не знаю, нравится. Так, все, сохраняемся. И уезжаем отсюда. На финальный мобитва? Или нет? Финальный? Это че, финалочка у нас, что ли? Ума, не знаю. Так, ну мы по одному аниматронику, видимо, оглушить будем. Сейчас мы чисто оглушить, как рыбу. Все, едем. Та 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 ра та ра та 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 най най на 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 най на на на. Мы едем. Так, ну чё? О, мы приехали в какой-то центр. Прикольно, ма. Ну, в принципе, они все похожи. Если честно, я бы плохо ориентировалась на данной местности. А, я хотел, я думал, зарядка фонарика, это умывальник. Так, все, проходим сюда. Спасибо, что не писсуар. Так, а, я знаю, кажется, что это. Сейчас, ну-ка. Сейчас он проедет, я сейчас забегу. Там Фредди говорил про какой-то лабиринт. Да, вот он. Итак, в лабиринте есть вентиляция. Доберись до нее. Офигеть, нам, короче, его надо передвинуть, головоломка, ма. А, блин, как ты, блин. А! Блин, поймали! Нормально, живем. Ну сейчас за нами крокодилы побегут. Все нормально. Так, ну что ж, у нас вот этот лабиринт. Так, короче, друзья, запоминайте шифр. Если вы вдруг встряли на этом лабиринте, рассказываю. Только, знаете, надо вот так прям впритык к кнопке, а то могут другие нажаться. Это баг игры. Смотрите, три раза нажмите на три. Смотрите. Раз. Два. Три. Следующее. Смотрите, видите, стрелки эти были наверху. Ой, дверь открыл. Так, вот здесь нажимаете рычаг вот так. Теперь нажимаете один раз на цифру один. Вот они двигаются. Теперь обратно. Ё-моё. Теперь три раза на цифру три. Комбинация кубик-рубик. Раз. Два. Три. Это теперь... что, там меняется? Да-да-да, меняется. Так, потом вот так. Потом два раза на цифру один. Раз. Два. И три раза на цифру два.
Вы уже даже все запутались. Ма, ты запуталась? Ну, вообще-то мне интересно, как ты, типа... Все! Вот так, друзья, комбинация. Ма, ну как? Мысленными манипуляциями? Мне кажется, очень много есть комбинаций, ребят. Ма, всего одна. Всего одна. Смысл вот всего это, одна. Да, вот реально. Все, мы прошли. О. Блин, опять? Сейчас опять по-любому будет тот с бубенчиками. Он же лазит в этих... Ма, бубенчики. В вентиляционных трубах. Ма, да вроде не это. Так. Я слышу, по-моему, его. Это макрокодил, слышишь? Это у тебя в животе урчит. Урчит, да, в животе. Так, выскакивай. О. Так, ну ладно. Похоже на как финальная ма-локация. Ну-ка. Что это за... Надо попадать. О, запустили механизм. Ну что ж, покатаемся. Опа. Здравствуйте. Надо очки с ним стащить. Смотри, какой крутой, ма. Смотри. Чё грязный такой? Чё грязный такой, манимус? Смотри, он такой, типа, смотри такой. Рок-н-ролл. Ну что ж, ма. Вау. Бежим. Он выглядит на самом деле пугающим. Нифига себе не выглядит, ма. Он, смотри, как бежит. Так, все тихо. Ну он не страшный. А, ма, поиграй. Не страшный он. Так, все, сейчас, короче, я надо... Я же тоже смотрю. Давай! Так, где он? Я его не вижу. О! Я фонарик не зарядил. О-о! Здравствуйте! Блин. О, побежал куда туда. Блин, я фонарик так, мой не зарядил. Это за шары такие? Это, короче, надо ведро наполнять этими шариками. И что будет, если мы наполним? Ма, ну увидишь, короче. Так, все, проходим. О, где он? У Монти подорвется пукан. Где? Вон он, рядом. Эй, малыш. Так. О, блин. Ой, он бежит, бежит, бежит. Блин, у меня фонарик-то что, вот разряжен. Это подзарядка для фонарика. Слушай, лучше бы ты назад оглянулся. О-о! Ты бежим! Был, что ли? Ну он рядом бежит, вас... Сзади меня прям. Так, тихо, вроде бы нет. О-о, вон он, вон он. Вон он, тихо. Да. Он сейчас сюда придет. Да тихо, тихо, ба. Блин, я мимо, что ли, все? Так. Может, ты уйдешь? Может, да, ты уйдешь? Не мешай нам шариками куляться. Да, не мешай. Убежал. О, отлично. Так. Проще просто за ним бегать. Он здесь, он здесь, он здесь. Нормально, нормально, нормально. Привет, пока. Капец, тут лабиринты так. Просто. Не ходи туда, не ходи. Ладно, ходи. Ладно. Где он? Не знаю. Где он? О май гад, он где-то... А! Тихо, текаем. Текаем. Есть. А как понять, наполнилось или нет? Он же не нет. Сейчас, ма, сейчас, сейчас. Так, где он? Его нету, так. Не знаю. О-о. О май гад. Где он? Где он? Я его не вижу. А, вон он. Все, вон, вижу. Так, надо еще немножечко осталось наполнить. Давай, уходи, уходи, уходи. Убегай. Ну бегает, так. Он смешно, конечно. О, где-то прыгает. О май, он прям здесь где-то. О, вот он. Приветик. Чё ты нас малышом называешь? Так, все текаем, текаем, текаем. Мы сейчас тебя отмалышим, короче. Так. Да где он? Так. А, вон он. Он бежит здесь сюда, он да? Он бежит к нам. Да-да. Так, текаем. Пипец, блин, ребят, он реально, он прыгает еще и приземляется. О, все, можно сбрасывать. Так, бежим вот сюда. Оп! Смотри. Что ты ржешь, олигарх? Пока! Бам! Вау! Смотри, как круто! Бам! На! На!
походу мы все сломали. Очки такие упали рядом. Ты такой встал, типа, крутой американский ковбой. Это Яма, это Монти. Ой, это Гриша. Смотри, музыка туда такая. Да? Забираем когти. Офигеть, мы его вообще сломали полностью. Такая музыка? Я хочу музыку ему послушать, чтобы это прям вообще красиво встречать. На полную катушку. Пам-пам-пам-пам. Парарарарарарам. Та-та-та-ра-та-та-тай. Та-та-тай. Да. Так, сейчас я звуки обратно, чтобы это нормально. В смысле, он это, да. Так, все, уходим отсюда. У меня фонарик разрядился. Уходим, уходим, уходим. Сейчас по-любому опять какой-то скример. Ай, блин, я не могу залезть. Манец цифтруцце. Все будет нормалеос. Наверное. Очень темная вентиляция. Ну, у меня фонарик отключен. О, не, у меня есть. Сейчас, живем, живем. О, мы выбрались на кухню. Так, сейчас надо... О, фонаричек надо зарядить. Отлично. Так, и надо текать, короче, отсюда к сохраняловке и к апгрейду Федора. Так, сейчас посмотрим, где эти роботы. О, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, пробегаем. Эти роботы просто такие глупые. Они не видят, блин, ближе, чем на 2 метра перед собой. Так, сейчас надо, короче, к лифту. Блин, а... Нам опять между ними бежать, да? Ага. И не попасться еще. Так. Сложно, ребят, давайте болейте за нас. О! Нормально, нормально, живем, живем. Они, у них траектория движения очень дурацкая. Очень, да, 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 неудобно очень. Блин, поймали! Нормально, нормально. На всякий случай. Вот они ловят, получается, и вызывают аниматроников, да? Да, да, да. Сейчас посмотрим через камеру. Так. Ну, вроде рядом с нами никого нет. Да, никого нет. Отлично. Сейчас он отъедет от этой, и мы вылезем. Так, сейчас здесь покрутится. Вот он здесь. Так, вылезаем. Все, выходи, выходи. Так, куда бежать? По-моему, сюда, да? Да, да, да. Ты уверена? Да, да, да. Правильно бежишь. О, все, здесь сохраняловка. Все, сохраняемся и едем Федора апгрейдить. Вот это капец, конечно. Ма, ну просто ее аллигатор надрали. Офигенно, да, было? И, то есть, получается, вы собирали эти шарики просто для того, чтобы они... Чтобы наполнить корзину, да. А откуда мы знали, что именно она... Хороший была? Вопрос, Ма, хороший вопрос. Да я думаю, знаешь что? Гриша здесь очень долго живет, он, считай, умеет чинить аниматроников. Он, типа, за них, он прям жесткий фанат, он все знает. Хоть Гриша и, блин... Немного годиков, но я думаю, он умный пацан, Ма. Так он же просто пришел вроде как на тусовку, нет? Он тут ночь одну проводит. Ну, да. не знаю. Теории. Друзья, если хотите услышать теории, мы прям реально, может, знаете, проведем такой, знаете, финальный стрим по ФНАФку. А может, не знаю. Так, бежим сюда, короче. Да, может, я проведу, да. Может, весь, не знаю, короче. Так, все, идем сюда. Ой-ой-ой, тут надо, короче, вернуться обратно. А, все, мы в центральном зале, ребят, короче, мы вышли. Сейчас, короче, надо к Рокси вот сюда пробежать и идем чинить просто Федора. Это, получается, здесь центральная сцена, вон там. Да, это центральная сцена, то есть мегаплекс не такой уж прям гигантский, то есть его можно выучить. Так, все, короче, мы проходим сюда. Ма, похож просто на этот, как он, театр больших действий. Так, сейчас мы отсюда вылезем. Смотрите, мы сейчас прям реально бежим к Федору. Торопимся к нашему просто Феде. Федю сейчас проапгрейдим. Ой, мне кажется, сейчас какая-нибудь крипотушина вылезет. Не-не-не, Ма, все нормально, все нормально. Манисцы. Смотри, насколько я уже выучил. Так спокойно во ФНАФе, да, получается? Ма, ну да. Как бы... Ну, хотя у нас был замес. У нас все замес, да. У нас игра должна дать нам передышечку. Ну, все, да. Вот мы на аллее рок звезд, короче. Сейчас мы приходим к комнату вот Рокси. В Рокси. А, мы же в Рокси вышли. Да, это единственный лифт, который работает. Вот он лифт, короче, в мастерскую Фредди. И здесь мы сейчас попадем в мастерскую Фредбера. Все, сейчас проапгрейдим Федора. Блин, прикольно, да?
Федор, идем. Я все равно подозреваю, что что-то будет еще. Мачис такая собака-подозревака, короче. Ну, конечно. Эта игра не дает расслабиться никогда. Мара, слай булки. Мал булки сжатый, короче. Сейчас я их расслаблю, а потом как-то пугаюсь, и все. И все, ма, я обделалась. Ма, угадай, какая дверь откроется, это или вот это? Вот это. Вот это? Левая. Это? Левая. Так, все, выбегаем. Так, Федор, сейчас мы тебя проапгрейдим. Так, сейчас сохранимся на всякий случай, чтобы Федор нас не съел. То мало ли что будет. В смысле, он нас не съест, он же долго. Если мы неправильную комбинацию нажмем, то он нас съест, ма. Спорим? Что? Да, да, да. Но он же говорит, это он... вот мы опять на кнопочке будем? Да, он же говорит, он не в себе, помнишь? Он сказал, я не в себе немножко. Так, ну что ж, когда он во время... О, улучшение Монти. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Выберите необходимую процедуру. Так, ну что ж, сейчас будем менять ему руки, маг. Собирать аниматроника, офигеть, да? Смотри. Так мы полностью ему руки поменяем. Конечно. Откройте обшивку. Так, следуйте инструкциям. Итак, мы механики. Так, сейчас надо нажать. О, аккуратненько. Отключите цветные провода, чтобы демонтировать старую руку. Ма, запоминай прям, запоминай. Желтый, зеленый, желтый, желтый, зеленый, желтый, красный. Ма, даже не запомнил. Зеленый, синий. Ага, так, 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 так. Отлично, отлично, обшивку сняли. Открываем руку. Отлично, теперь поместите новое оснащение и обшивку руки. Так, эти сняли руки. Давай ради прикола попробуем неправильно нажать. Не, мы уже далеко зашли. Так мы же сохранились. Желтый, красный, синий, так, желтый, красный, так. Давай, мы же сохранились. Сейчас, подожди, так. Так, так, так. Левый. Потом, в следующий раз, еще это не последний апгрейд. Оставили в следующей серии интригу. Отлично работа, теперь пройди диагностику. У нас еще вторая рука, так что я тебе подсказывать специально не буду. Мада, я без тебя пройду. Подсказать не будет. У нас следующие есть еще глаза там. Глаза и все остальные штуки. Но тут всего два цвета юзается. А нет, уже три. Все прошли. Отлично. Эх, сделали, а я ж так надеялась. Прекрасная работа. Процедура для второй руки выполняет не нужно. Этим займутся автоматические вспомогательные системы. У нас в следующий раз глаза будут и другие. А вот там я покажу, в самом начале сделаю специально фейл. Знаете, неожиданно, чтобы маг екнул. Сейчас она готова была. А я сделаю так, что неожиданно, маг екнет. У нас теперь Фредди Франкенштейн. Просто Франкин Фредди. Так, завершить улучшение. Так, интересно, что у него, что он скажет. Ма, ты ж это, кстати, ма, на самом деле тебя обманул, двух скримера нету. О боже, что ты сделал? Ма, слишком рано нажал. Ма, кекнула? Ма, хотела скримера, получила. Блин, я не ожидала, что это будет, когда провода будешь отключать. Нет, я специально, ма. Ай, вообще. Фу, я даже не ожидала, я даже... Я знал, ма, там просто кекнула. Отлично. Сердечко. Завершено. Мои руки стали другими. Где ты достал эти детали? Лучше мне этого не говорить. Какая удача. Теперь я могу рвать сетчатое ограждение в здании, как это делает Монти. Вот так он и делал. Опа. Так, залезаем. Так, текаем. Луна здесь где-то неподалеку. Почему интересно звездочки? Все успели. Повезло. Я очень рад, что ты успел вернуться на зарядную станцию, Гриша. Улучшение установлено, теперь я могу пройти на территорию гонок Рокси. Я давно там не был, и может там тебе удастся найти подсказки, как можно справиться с Рокси. О, господи, смотри, какой он, глаза одни только видно. Вообще жесть. Так, ну чё, получается, друзья, на этом как бы мы завершаем данную эпопею. Ну как, будет продолжение? Если хотите продолжение, пишите в комментариях, мы тогда сможем победить и Рокси, и Чику, и всех остальных. Хотите вообще это увидеть, нет?
Да, ребята, давайте делитесь видосом со своими друзьями, чтобы у нас было много просмотров, и чтобы мы понимали, что вы хотите, чтобы было продолжение. Да, пишите в комментариях, хотите еще или не хотите, пишите вообще, показывайте друзьям и так далее. Все, всем пока-пока. Всем поки-поки. Ма, ну круто, да? Смотри, такой комплекс чисто. Блин. Давай-ка мы отсюда пойдем, тут луна где-то гуляет. Ма, он уже ушел. О, смотри, эндоскелеты. Офигеть, смотри. Круто. Он живой! Ма, ну а ты что думала? Все отлично. Всем, друзья, пока!